напарники, дегенераты, кто стоял за жуткими убийствами одиноких мужчин. А вдруг потом придут, а вдруг потом отомстят. Смертельная расплата за сексуальные фантазии. Работа очень тяжелая, но она настолько была денежной и престижной, что они отдали $1000. Нагло, жестко и без розовых соплей. Он такой добрый был, Андрюша. Как нашли запойных убийц и зачем они разыгрывали их голубую ревность? Здравствуйте. Это проект «Следствием установлено» и я, Виктор Ашанин. Я пожил и в лихие 90-е, и в сытые 2000-е. Жил и выжил, как и многие из вас. А вот некоторым это не удалось. Сегодняшний рассказ будет о них. Новое расследование сегодня про нетрадиционную ориентацию и алкогольную невоздержанность. Это сейчас геи и лесбиянки открыто говорят о своих правах и требуют уважать свой выбор. А 20 лет назад этот взрывоопасный коктейль запросто одних мог привести на нары, а других в могилу. 1992 год. Пенсионерка Галина Клёпина быстро поднималась по ступенькам подъезда одной из алматинских многоэтажек. Утром позвонила соседка сына Андрюши. Дверь в его квартиру была открыта. Как бы чего ни стряслось. От переживаний у пожилой женщины кружилась голова. Собравшись с духом, мать зашла в коридор. Андрюша! Андрей! Андрюша! Никто не ответил. Но у порога почему-то стоял завернутый в простыню цветной телевизор «Рубин». В комнатах тоже никого. Вот только все вещи вверх дном. Исчезли ковер и палас. Полки шкафов тоже зияют пустотой. Обокрали. Но где же Андрюша? В ванной и на кухне сына тоже не было. Нужно вызывать милицию. Держась за сердце, женщина села на кровать. И вдруг пенсионерка застыла от ужаса, словно что-то почувствовала. Она наклонилась и приподняла покрывало. Из-под кровати на женщину смотрели уже остекленевшие глаза мертвого сына. Пенсионерка рухнула в обморок. На место срочно выехала опергруппа. Быстро выяснилось, 30-летнего проводника поезда Андрея Клёпина избили и задушили веревкой. Затем вынесли все ценное. Стащили даже трико жертвы. Вот только старый советский телевизор преступники унести так и не смогли. Видно, уж слишком он был тяжелый. Это сейчас телевизоры похожи на большие планшеты. Повесил на стену кусок пластика и наслаждаешься американскими сериалами по подписке. А тогда телевизоры были большими деревянными гробами, напичканными лампами, массивными микросхемами, а советская микросхема, как гласит издевательская поговорка, она самая большая в мире. А в общем, украсть советский телевизор – это была не лучшая идея. То ли дело японская или южнокорейская фирменная техника, которая тогда, в 92-м, уже начала появляться в домах зажиточных коммерсантов. Но в те голодные годы такие обставленные квартиры с японскими телеками и музыкальными центрами были еще редкостью.
Мы в уютном магазине техники «Алмашрык», что находится на пересечении улиц Раимбека и Мира. И сейчас с вами находимся в секции Sony. Здесь очень большой выбор телевизоров. Мой же взгляд привлек вот этот классического дизайна телевизор. Этот телевизор подойдет для кухни или спальной комнаты. Также этот телевизор можно приобрести в детскую для своих детишек. В квартире Андрюши Клёпина не было дорогущей японской техники, но зато она была под завязку забита жратвой. Опера не могли понять, зачем одинокому мужику столько еды. И вот я помню, вот эти антресоли, ниши, они у него полностью забиты были продуктами. В те время, ну, как бы дефицитными эти макароны там различные, сахар, мука, печенье. Я думаю, ну, ему-то столько зачем? Он, видимо, продавал или, может, родственникам там. Ну, все равно имел копейку. Мгновенно выяснилось, убитый Андрюша Клёпин до недавних пор работал на железной дороге проводником. В 92-м это было отличное место. В стране, которая совсем недавно обрела независимость, на сухом пайке была большая часть населения. А чтобы прокормиться, народ повально занимался бизнесом «купи-продай». Бұл дүниенің түсінігі ол чоң емес болатын. Себебі ол кезде әжелер, орта жастағы әйелдер, ер үлкен кісілер көшеде түрлі заттар сатып отыратын. Оның ішінде арақ та болатын, оның ішінде бұқтырылған ет те болатын, оның ішінде жеміс-жидектер де болатын. Проводник была блатная профессия. Железнодорожники везли из других стран, таких же нищих постсоветских республик, контрабанду, жратву и алкоголь сомнительного качества. Народ часто травился, но яркие упаковки манили. Да, собственно, ничего другого на оптовках и рынках в то время и не было. Видите, что делается? Пишут «Бишкек», вот, акцизная марка наша «Алматинская», и потом это вот ксерокопия, тоже пропущена через ксерокопию. Сколько там градусов примерно? Примерно, вот сколько у нас было фактов, вот, может быть, 24. Есть такие случаи, когда мы работали по городу в торговых вот киосках от 24 до 28 от силы крепость этой водки. Спасибо. Скажите, а откуда эта водка? Сейчас придет хозяин. Документы. Хозяин придет. Но все-таки кто стоит за убийством? Опера начали раскручивать железнодорожную тему. Неужели Андрюшу могли убить из-за грязных делишек на поездах? А ограбление лишь имитация, чтобы вывести следователей на ложный путь. Ведь на железке в то время хватало мутных и серых схем, за которые можно было поплатиться жизнью. Но и заработать можно было совсем неплохо. Работа очень тяжелая, но она настолько была денежной и престижной, что они отдали $1000 в 91-м году, чтобы устроить сына на проводником. Так кто же убил проводника? Начали допрашивать его сослуживцев, и тут всплыли очень интересные подробности. Оказалось, не так давно Андрюша Клёпин уволился с железки. И не просто так, а потому что очень испугался за свою шкуру. Его и еще нескольких проводников активно уговаривали заняться наркоторговлей. Из показаний Георгия Соловьева, сослуживца Андрея Клёпина. Два месяца назад на меня, Андрея и еще пару проводников вышли серьезные люди. Предложили перевозить посылки в Новосибирск. Главное условие – не спрашивать, что внутри. Хотя и так было понятно, когда мы отказались, стали угрожать. Через неделю одного из наших привлекли за недостачу, другого избили. Я предпочел уйти по-тихому. Неужели в деле замешана наркомафия? Андрюшу Клёпина родные и знакомые описывали как тихого и бесхребетного. Видно, общение с серьезными людьми от наркоторговли надолго вывело его из себя. И он даже решил пожертвовать денежной работой, лишь бы не связываться с наркотой. В то бандитское время как раз выстраивался знаменитый северный маршрут, по которому героин возят из Афгана транзитом через Казахстан в Россию и дальше в Европу. Вся железка шушукалась про операцию «Сафари», когда комитетчики прямо в купе взяли девушку, которая везла наркоту в баллонах из-под лака. Девушка, посмотрите. Лосьон, да? Где? Ломался, господи, я же не знаю. А ломался, да? Хорошо. Лосьон, видите, он не работает. Хорошо. Такой тяжелый может быть?
давайте, будем скрывать. Обнаружен пакет черный, обмотанный изолентой, липкой, в которой находилась вот этот данный предмет. Давайте покажем. В этом контейнере находилось это вещество. Но версия мести со стороны наркомафии быстро рассыпалась. Погибший Андрюша был слишком мелкой сошкой, чтобы его так изощренно убивать, а потом еще и заметать следы. К тому же экспертиза показала, хозяин запустил убийц сам, дверь не была взломана. Значит, он знал их. Он такой добрый был, Андрюша. Но мать не догадывалась, что ее добрый и тихий сын страшно запил после того, как уволился с дороги. Еще бы, потерять такое хлебное место в голодном 92-м. Но главное, мать и подумать не могла, что ее Андрюша жил один и не встречался с девочками, потому что ему больше нравились мальчики. Сексуальная революция ворвалась в Казахстан ярким розовым вибрирующим силиконом. Как раз в 92-м году в Алма-Аты открыли первый специализированный магазин. И население начало активно знакомиться с достижениями западной резинопластиковой промышленности. Но главное завоевание – это свобода для граждан нетрадиционной сексуальной ориентации. Геям уже не нужно было так скрываться и бояться, как при совке. Хотя формально их могли в любой момент посадить в тюрьму. Какие сейчас самые острые у вас проблемы? Я так слышал, что... Вообще, где вы базируетесь? Как вы выступаете по телевидению, вас выгоняют из здания? Да, самое главное для нас проблема – это сейчас помещение. Потому что мы все находимся у меня на квартире, работаем там, собираем все документы, пишем отчеты, рапорты. Самое главное сейчас – это отмена статьи. 104-й, да? 104-я часть первая – это добровольное мужеложество. Потому что сколько лет мы писали, сколько лет мы добивались. И ответ из парламента нам пришел, что это не актуально. Депутатам в итоге все же пришлось признать, что не надо лезть в чужие трусы и тем более сажать геев в тюрьму. Статью отменили, но дикий интерес населения к сексу во всех его проявлениях только разгорался еще больше. Я делал рекламу. И ко мне подходят такие братки, пришли на КТК, там, ты снимаешь вот там вот с рекламы, там, с актерами, там. Я говорю, да, я. Они говорят, ну, нам вот такие вот фильмики нужны. Я говорю, о, ребята, туда попали, все такое, а что за фильмики-то? Он говорит, ну, значит, там, ну, к примеру, там, вот мальчик, девочка, значит, девушка, парень, встречаются, значит, они там вот, кофе пьют, там. Он ее везет в горы, да, то есть как бы. Ну, а потом целует ее там. И, значит, я говорю, что, в смысле, порнуха, что ли? Он говорит, ну, нет, зачем так сразу? Эротика, да? Вот. Причем предлагали очень хорошие деньги. Вот, но, в общем, мне свобода была дороже. Я как бы от этого выгодного предложения отказался. Сексуальный подтекст в убийстве Андрюши Клёпина всплыл случайно. Чтобы составить полную картину, опера по установленному порядку начали опрос соседей. Все, кто выводил собак, их искали, да, в раннее утро, да, все. Все, кто за молоком ходил, это тогда, это возможные свидетели. Вот это все, всех опрашивали, вызывали. Не каждый откроется, не каждый скажет. Вот, не хочет идти где-то свидетелем, давать информацию, а вдруг потом придут, а вдруг потом отомстят. К счастью, в этот раз свидетель нашелся быстро. Соседка призналась, утром ходила за молоком и видела на лестничной площадке двух бомжей. Ну, или не бомжей, но очень плохо одетых и еще хуже пахнущих мужиков. Оперативники поняли, зацепка. И начали трясти всех бичей с района. Новоселье, правда, не совсем обычное. Уже шестой день здесь живут прямо под кустом двое бомжей, мужчина и женщина. Тело последнее в некоторых местах покрыто язвами. Соседи вызывали скорую, врачи установили, что бомжи живы, и уехали. Участковый, который живет через два дома, каждый день, как ни в чем не бывало, проходит мимо. Лица без определенного места жительства или сокращенно бомжи – еще одна примета внезапно наступившего капитализма. Народ не справлялся с наступившими временами. Начинал беспробудно пить, лишался квартир. Есть и молодые, и пожилые, то же самое.
и культурно одеты. И есть вот, как говорится, недавно, дня три назад, видели тоже человека, который полностью на ноги только намотано это самое, тряпье. Местные алкоголики много полезной информации сообщить не могли. А пропитый мозг выдавал только, что добрый Андрюша иногда угощал их бормотухой. Но внезапно один из алкоголиков заявил, что Клёпин целую неделю пил с какими-то двумя подозрительными типами. Имен их он не знает, описать тоже не может, но все трое попеременно бегали за водкой. Но зато бомжи припомнили еще одну интересную деталь. Убитый предлагал некоторым из них отдохнуть душой и телом у него дома, а за доступ к телу обещал обильную выпивку. Выходит, Андрюша точно был геем. А значит, основной становится версия убийства с сексуальным подтекстом. И все ниточки ведут к двум незнакомцам, которые фестивалили у Клёпина целую неделю. Бомжи-убийцы или месть любовников? Они, по сути, живут во враждебном для себя контексте. Кто прикончил бывшего проводника? Они же его друзья, пили за него. И какую наводку дали бродяги с района? Искали золото, деньги в первую очередь. Убийство в голодном 92-м. Секс, деньги или месть наркомафии? Жестокое убийство бывшего проводника поезда. Алматинские сыщики пытаются понять, кто мог убить 30-летнего мужчину. Из квартиры вынесли все ценное. Это грабеж или месть, ведь убитый отказался работать на наркоторговцев. А может, все из-за гомосексуальных наклонностей жертвы. Следствие продолжается. Появились новые детали и новые жертвы. Пока следователи шерстили по бомжатникам, в Алматы случилось еще одно убийство. В другом районе города нашли тело владельца частного дома Павла Озерова. И как будто опять тот же почерк. На месте эксперты зафиксировали следы грандиозной попойки. Ну и налицо был грабеж, как и в истории с проводником Клёпиным. Труп Озерова пролежал несколько дней под кроватью и начал гнить. Поэтому эксперты не сразу нашли доказательства насильственной смерти. В морге написали, что умер от сердечной недостаточности по причине алкогольной интоксикации. Но интуиция подсказывала следователям это убийство. Отпечатки на одной из бутылок совпадали с отпечатками из квартиры Клёпина. Оба убийства были схожи до безобразия. Труп под кроватью, пьянка накануне, одинокая безобидная жертва. Труп опять под кроватью. Даже список краденных вещей был почти одинаков. Стащили относительно новый холодильник «Бирюса», и здесь явно работали не в одиночку. А вскоре пришла информация от экспертов. Выяснилось, что Озерову свернули шею, а до этого его долго душили. Из показаний Светланы Озеровой, матери погибшего. Паша жил один, семьи у него не было, с женщинами никогда не ладилось. Две комнаты в доме он сдавал студентам. В последнее время в институте не платили зарплату. Оказалось, что убитый работал в институте растениеводства. В советское время жил неплохо. А вот с развалом совка стало туго. Судите сами. За последнее время закрыто 117 лабораторий и отделов. Упразднены 3 института и 1 центр. Отпущено в бессрочные отпуска 1128 человек. Из 405 разрабатываемых научных программ осталось только 206. Пришли однажды на работу, а их лаборатория закрыта. Самые даровитые сумели быть востребованными. Остальные пошли торговать на барахолку. Стали пить водку. В то время многие начали торговать на рынках. Причем торговать всем, чем придется. Китайскими пуховиками, турецкими рубашками, польской косметикой. Главное было не потеряться и начать хоть что-то делать на фоне тотального развала и безработицы. Про таких не потерявшихся даже стали снимать рекламу. Это Жора. Трудно ему пришлось в постперестроечный период. Но нашлись добрые люди, дали немного денег, и решил наш Жора приодеться.
Это Георгий Александрович. Коллеги предлагали Павлу начать совместный бизнес на барахолке, но он отказывался. Всем говорил, что занят и пишет докторскую диссертацию. А по-хорошему, он просто не смог побороть свое советско-интеллигентское и пойти торговать на рынок. Озеров, как и тысячи других потерявшихся граждан, выбрал самое простое – начал пить. Просто в то время, чтобы выжить, нужно было подальше засунуть свою гордость. Сатушылар арасында өте белгілі кісілерді жиі көретін. Олардың ішінде айтайық атақты жазушылар да өнер иелері де болды. Олар өздерінің дүниелерін былай сатқан кезде біреу көріп қоймасын, танып қоймасын деп сәл тығылып жасырынып сататын. Опера сразу поняли, что два убийства Клёпина и Озерова как-то связаны. Уж слишком похож был почерк. Но нужно было вначале отработать самые очевидные версии. В первую очередь начали вызывать студентов, что снимали комнаты в доме у дяди Паши. Вдруг это они замочили спивающегося научного работника ради банальной наживы. Ведь стипендию, как пенсию и зарплату, тогда платили редко. С мая студенты не получают стипендию. И деньги-то пустяковые, 700-750 рублей на брата. Студентов, которые засветились в доме у Озерова, нашли и вернули в Алматы. Выяснилось, что еще до убийства они уехали к родне на каникулы. И вообще, все они оказались вполне приличными ребятами, никак не похожими на убийц-дегенератов. Хотя о дяде Паше отзывались крайне неоднозначно. Из показаний Асылбека Качкарова, студента. Квартирантами Озерова были только студенты-юноши, девушек он не заселял. Ходили слухи, что дядя Паша предлагал парням пожить у него бесплатно в обмен на интим. Но сам я ничего такого не видел. В последнее время у него ночевали два алкоголика лет 30-35. Они все время пили. И снова в деле всплывает голубая тема. В начале 90-х она, кстати, уже не была под запретом. Но говорили о таком все же очень неохотно. Сексологи тогда начали приводить цифры статистики. И казахстанцы пришли в шок. По некоторым данным, только в нашем городе голубых 35 тысяч, а по республике почти 500 000. Такие люди живут фактически в парадигме войны. Да? А какая-то часть общества их не принимает. Они об этом знают. То есть они, по сути, живут во враждебном для себя контексте. Но кто же прикончил спившегося научного работника? И как его сексуальная ориентация связана с делом? А может быть, убийство Клёпина и Озерова никак друг с другом не связаны? И почерк, труп под кроватью и обчищенный дом – все это лишь совпадение. Тут подоспел фоторобот, который составили со слов соседки первой жертвы Андрюши Клёпина. Опера показывали его представителям секс-меньшинств, скупщикам краденого, пойманным воришкам. Никакого результата. И тут из соседнего с Алматы Копчегая пришла информация. Местные менты ищут точно таких же мужиков. Копчегай – город-спутник Алматы. Возникший в 70-е на берегу искусственного водохранилища, он был застроен новенькими микрорайонами. Сюда любили приезжать на пляжный отдых жители столицы. Вот только в мутные 90-е в Копчегае начался беспредел по полной. Заезжих туристов грабили прямо у пирса, а по берегам шныряли одни браконьеры. Это же сейчас не рестовый период. Вы занимаетесь браконьерством. Я вообще маленький человек, абсолютно. Маленький человек, очень большая сеть. Оказалось, два грабителя, в точности похожих на убийц из Алматы, отметились на Копчегае грабежами отдыхающих. Казалось, опера вышли на след убийц и вот-вот их возьмут. Но и тут они опоздали. Отстали буквально на два шага. В одном из домов на окраине Копчегая нашли задушенными супругов Дьяченко. Оказалось, Марина и ее муж, бывший зэк Игорь, очень любили расслабляться в компании себе подобных. Только в один из дней семейные друзья супружеской четы обнаружили их трупы, а дом обчищен. Все, как и в предыдущих случаях. Конечно, искали золото, деньги в первую очередь. Где искали? Переворачивали кухню. Все вот эти крупы, сахарницы, все это высыпали. Холодильник сдвигали. Морозильник обязательно смотрели.
Следаки начали было пробивать алкоголиков и бывших зэков, которые захаживали в дом к Дьяченко. Опять все бесполезно. У всех алиби. И тут помощь пришла откуда не ждали. В милицию заявилась мать убитого проводника Клепина и рассказала, что случайно увидела на барахолке ковер из квартиры сына и устроила скандал. Перекупщик испугался и в деталях описал тех, кто скинул ему дорогую вещь за бесценок. Но самое поразительное – женщина была уверена, что она видела похожих персонажей на похоронах сына Андрюши. Как насчет фото с трупом? Сейчас за такое предложение могут и морду набить. Мало кому придет в голову в самый трагический день позвать фотографа или телеоператора. А вот 15-20 лет назад народ активно фотографировал похороны родственников, а потом хранил такие фотографии в черных конвертах. Некоторые даже раздавали эти снимки родным и знакомым как отчет. Мол, все было по-человечески, многие пришли и все такое. Мать Андрюши Клепина тоже заказала фотосъемку похорон. И вот номер. Выяснилось, что убийцы, которых опознал торговец с барахолки, были на похоронах. Вот они мелькнули там. Вот стали спрашивать, кто такие. Да вот, сидели за столом тоже. Это... Они же его друзья. Вот, пили за него. Следователи поняли, они на верном пути. Упырей, которые уже отправили на тот свет четырех людей, стало реально найти и обезвредить. Только для этого нужно было пересмотреть и сличить тысячи фотокарточек из архивов уголовного розыска и паспортных столов. Никаких компьютерных баз в то время у милиции попросту не было. Иногда у них даже бензина не хватало. Но, как говорится, упорство и труд создают большие проблемы. Отморозков, которые оставили за собой кровавый след, нашли и опознали по фотографиям. Безработные Геннадий Леднев и Петр Кузьминин – мелкие ворюги, которые, видимо, в какой-то момент почувствовали вкус крови. Их фото разослали по всем РОВД, всем участковым. В квартирах родни дежурили оперативники. И тут еще одно убийство. Боже упаси, конечно, было соваться. Это компот это были. Вот. Это был вокзал Первая Алма-Ата в ту сторону, то, что все по Сейфуллина. Это были рабочий поселок. То есть все, что вот так вот окружало, такой пояс, вот это всегда было. Там, где начинались маленькие домишки, улицы без фонарей, то есть туда уже и сама полиция боялась заходить. Потому что там манковали там в том же компоте это вся были цыгане, которые торговали водкой направо, налево и чем хочешь, и наркотиками. Вот. И никто им не мог ничего сделать. В неблагополучном районе на самом краю Алма-Аты в домике-развалюхе опять обнаружили трупы, женский и мужской. Женщина с петлей на шее, мужик в сарае. И еще повсюду кровавые отпечатки. Теперь опера уже точно знали, что они принадлежат Ледневу и Кузьминину. Ну, мы увидели эту женщину, она была полностью нагая. Вот. Значит, на шее у нее была веревка, веревка на гвозде, и она висела на этой веревке, и в левой груди у нее был нож. Кольцо вокруг упырей сжималось. Видимо, они и сами это чувствовали. После последнего дела разбежались, теперь каждый был сам за себя. Ночевали где придется, но привычки и желание выпить дали о себе знать. Из показаний свидетеля Светланы Гончаровой. Я вышла в магазин за продуктами, по дороге мы пересеклись с родственником моего бывшего мужа Геннадием Ледневым. Я знала, что он в розыске за убийство и позвонила в милицию. Когда вернулась, у моего дома стояли соседи и держали Леднева. За время моего отсутствия он залез ко мне через форточку и пытался вытащить ковер. Кровавый дегенерат Леднев попался на банальной форточной краже. Он быстро раскололся и сдал Кузьминина. Того вскоре задержали у знакомых. Я ему говорю, это убийство твое, вот это твое. Потом показываю головой на север, там это, имею в виду, Копчегай, тоже твое. Он говорит, я устал, утром поговорим. Шеф, утром поговорим. Я говорю, хорошо. Он уже утром был как бы созревший к разговору. Опера доказали. На счету двоих подонков было 6 убийств и более десятка краж. Но самое удивительное,
Все это они провернули за 4 месяца. 4 месяца, за которые они ни один день не были трезвыми. Просто пустились в кровавый загул и отключили голову. Когда заканчивались деньги, продолжали убивать. Когда трезвели и понимали, что натворили, начинали опять пить. И так по замкнутому кругу. Если отключить неокортекс, то есть, ну, химически, к слову, частым употреблением алкоголя, наркотиков, расшатыванием при помощи каких-то психотехник, маскированных под какие-то духовные, эзотерические практики и так далее, то человек постепенно превращается в животное. Еще дальше он превращается в скотину, для которого и вот этих моральных тормозов нет. Своих первых жертв душегубы подкараулили у виноводочного магазина. Схема простая – напоить нового знакомого, а дальше по обстановке. Хлебосольный проводник Клёпин жаждал мужского внимания и ласки и потому угощал своих убийц неделю. Они постоянно его «доили» в кавычках, то есть зная, что у него деньги, что он всегда стол накроет, нальет и на выпивку даст. И вот они углушили у него там вино в квартире. Когда пьяный Андрюша Клёпин захотел мужской любви, Леднев и Кузьминин возмутились и очень нетолерантно задушили собутыльника. Та же схема была и с убийством научного сотрудника Озерова. Дегенераты теперь уже не могли остановиться. В поисках выпивки и легких денег они добрались до города-спутника Алматы. Из показаний Петра Кузьминина в Копчегае остановились у знакомого по колонии-поселению Дьяченко и его жены Марины. Много пили, потом Леднев отвел мужа в ванну, чтобы не мешал, а я занялся сексом с Маринкой. После этого обоих задушили. Вещи погрузили на машину знакомого таксиста. Я сказал ему, что развелся и съезжаю со своим барахлом. Но самое обидное, если бы дактилоскопическая экспертиза того времени работала как сейчас, то отморозков нашли бы сразу. Ведь тот же Кузьминин проходил в милицейских отчетах за разбой и угон автомобиля еще с конца 70-х. Но в то время нищей была и страна, и милиция. Когда отморозки проспались и протрезвели, стали ломать комедию. Правильно, в СИЗО наконец-то дегенераты поняли, что им светит вышка. На суде подельники взахлёб рассказывали о своих нежных чувствах к гей-собутыльникам Клёпину и Озерову. Потом якобы стали ревновать и надумали, так не доставайтесь же вы никому, и пришили обоих. Но рассказы про любовь и сексуальные страсти никого не впечатлили. Без вариантов было понятно, что все дело в полной моральной деградации, вызванной алкоголем. Суд без сомнений приговорил обоих к смерти. Тогда в Казахстане вышку еще приводили в исполнение. Вот так закончилась эта типичная для 90-х история. Внимание всем патрульным машинам! Закончили. 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 Закончили.